пицца, горячая пицца для нашей полиции, горячая пицца. Они должны защищать и служить, но даже полицию нужно кормить. Позвольте поесть полицейским, прошу, я им горячую пиццу несу. Спасибо, радуйтесь, я принес вам пиццу. Третий этаж, ограбление и убийство. Будьте осторожны, пицца очень горячая. Главное, чтобы никто не обжегся. Я принес вам пиццу. У, пицца для вас, вот так работает у нас. О, гляньте, гляньте, гляньте. Вау, 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 вау. Еще разок и не уронить бы пиццу. О, ау. Пицца, отдел убийств и ограблений. Убийств и ограблений. Почему я не вижу в вахтенном журнале ни про какую пиццу никаких отметок? Вот что я предлагаю. Почему бы тебе не оставить пиццу у меня? Нет, так не пойдет. Как-то я оставил пиццу здесь, и она испарилась неведомо куда. Это все равно, что оставить конфеты на хранение мне. Это не дело, я их все сховаю, понимаете, о чем я? Слушай, туда пропускают не всех. Во-первых, на ком наручники. Да. Во-вторых, у кого бляха. А у тебя ни того, ни другого, верно? Да, у меня нет бляхи, и я не в наручниках, но... Офицер Карлсон. Карточку держит вверх другой стороной. О, ее только что выдали. Извините, офицер. Отдел ограбления и убийств заказал пиццу около часа назад. И что? Я не хочу оставлять ее у этого обжоры. Ну да, я не понимаю, чего от меня... Возьмите. О, нет, я на службе, я боюсь... Нет, не можете. Смогу, я... Пожалуйста, заберите, это... спасибо. Большое спасибо! Значит так, пас!